Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу приготовить простой и вкусный салат и в преддверии Нового года поделиться рецептом с вами. Впереди нас ждут большие праздники, и вот эти вот продукты, они очень доступные, простые, всегда могут оказаться в вашем холодильнике, если вдруг приходят гости, можно быстренько его приготовить. Итак, для приготовления салата нам понадобятся маринованные огурчики, яйца, укроп, копченая куриная грудка. Ну и вот здесь вот у меня уже зеленый горошек, я его уже в салатник отправила. Вот это вот все. Ну, все, яйца, огурцы и курицу нам нужно порезать соломкой, мелко измельчить укроп и отправить это все в салатник, где у нас уже зеленый горошек. Все, 10 минут, наш салат готов. Проще простого. Добавляем майонез. Можно немножко посолить и чуть-чуть добавить прям маленький зубчик чесночка. Но я этого делать не буду. Это все по желанию. Это все как вы любите, как хотите. Все сейчас перемешиваем. И можно будет пробовать. Вот, друзья, такой красивый вкусный салат получился. Готовится просто, быстро. Поэтому те, кто с ним не знаком, я вам рекомендую приготовить и попробовать. Всем вам спасибо большое за просмотр. Всего вам самого-самого доброго. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.